Указами главы государства переназначены депутатами Сената Дарига Назарбаева и Мухтар Кулмухамед. Депутатами Сената парламента Республики Казахстан назначены Кулмухамед Мухтар Абрулы, Назарбаева Дарига Нурсултановна, сообщается на сайте Аккорды. Мухтар Кулмухамед является председателем с 03.2019 граммов Постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената. Дарига Назарбаева избрана спикером Сената парламента в марте 2019 года. Назарбаева Дарига Нурсултановна родилась в 1963 году. Окончила исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, аспирантуру у Московского государственного университета. В разные годы занимала должности директора фонда первого президента Республики Казахстан 2007-2012, заместителя премьер-министра РК 11 сентября 2015 года 09.2016. Выборные должности, депутатство. Депутат Мажилиса парламент Республики Казахстан третьего созыва по списку партии АСАР 19 сентября 2004 года минус 20 июня 2007 года, руководитель депутатской группы АЙМАК 02.2005 минус 20 июня 2007 года, кандидат в депутаты Мажилиса парламент Республики Казахстан в созыва по партийному списку Народно-демократической партии Нур-Отан 7 декабря 2011 года, депутат Мажилиса парламент Республики Казахстан в созыва, председатель комитета по социально-культурному развитию и науке 18 января 2012 года минус 3 апреля 2014 года, заместитель председателя Мажилиса парламент Республики Казахстан, руководитель фракции Нур-Отан 3 апреля 2014 года минус 09.2015, кандидат в депутаты Мажилиса парламент РК от партии Нур-Отан 3 февраля 2016 года, депутат Сената парламент Республики Казахстан, председатель Постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. С 13 сентября 2016 года переизбрана с 09.2017, председатель Сената парламент Республики Казахстан с 20 марта 2019 года. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока.